Приветствую всех муравьиных любителей на своем канале. Сегодня мы будем делать пробирочные формикары для черных сумасшедших муравьев Paratrichilon gicornis. Для этого нам понадобится пластиковый контейнер, два резиновых сальника, которые мы в дальнейшем вставляем в заранее проделанные отверстия в нашей емкости. А вот и пробирка с муравьями. В семье одна матка и 20 рабочих. Вставляем пробирки в сальники. Для декора арены буду использовать камень, корягу и бежевый песок. Заливаем гипс. И устанавливаем декорации. Засыпаем песок. Сальник, который не используем, затыкаем маткой. Смазываем стенки арены антипопеком. Вставляем инкубатор. И вытаскиваем ватный тампон. Тут я дал муравьям каплю медового сиропа. Ну а теперь, как всегда, макро. На этом все. С вас подписка, лайк, репост, а с меня годное видео. Все, всем пока.